Добрый день! Сегодня я вам хочу представить проект Cut It Easy. Cut It Easy – это онлайн-видеоредактор, который пригодится вам, если вы хотите просто обрезать и склеить несколько фрагментов видео, снятых на мобильный телефон или фотоаппарат, но при этом не хотите устанавливать большие студии для обработки видео на ваш компьютер, которые в большинстве случаев являются еще и платными. Сейчас я вам покажу, как пользоваться сайтом Cut It Easy. Для начала вам необходимо зарегистрироваться. Процесс регистрации очень простой. Вам не нужно вводить e-mail и как-то подтверждать регистрацию. Просто заполните эти три поля. Введите желаемый логин, пароль и подтвердите пароль. Теперь просто осуществите вход. Это страница загрузки. На данном этапе разработки вы можете загрузить до 10 фрагментов. Это поле позволяет выбрать количество фрагментов, которые вы хотите загрузить. Обратите внимание, что тот порядок, в котором вы загрузите ваши видеофайлы, и будет использоваться для склейки. Поэтому заполняйте эти поля очень внимательно. Допустим, мы хотим просто немного обрезать и склеить два фрагмента. В это поле, соответственно, мы вставляем тот фрагмент, который будет идти у нас первым. А в это поле, соответственно, фрагмент, который будет идти вторым. Нажимаем кнопку загрузки. После того, как файлы полностью загружены, нужно немного подождать, пока они обработаются на сервере. После обработки эта страница будет автоматически перезагружена. После окончания загрузки ваших видеофрагментов вы должны увидеть окно видеоредактора. Здесь показывается превью вашего видеофрагмента. Для переключения между фрагментами используйте боковые кнопки навигации. Итак, допустим, мы хотим вырезать из первого фрагмента конец. Для этого необходимо заполнить эти два поля. Если мы введем в первое поле значение 000000, а последнее, скажем, 000051, это будет означать, что мы получим кусок, начинающийся с нулевой секунды данного видеофрагмента и до 51-й. Таким образом, все, что находится свыше 51 секунды в этом фрагменте, будет из него удалено. Вы уже наверняка заметили, что для быстрого заполнения этих двух полей я использую слайдеры. Эти слайдеры доступны на данный момент только в браузере Google Chrome. Например, в браузере Mozilla Firefox вам придется вручную заполнять эти поля. Обратите внимание, что эти поля следует заполнять именно в таком формате. Перейдем ко второму фрагменту. Допустим, здесь мы хотим убрать начало. Если заполнить эти два поля таким образом, то все, что находится до 10 секунды, из этого видеофрагмента будет удалено. То есть мы здесь в качестве начала указали 10 секунд, а в качестве конца 58, то есть максимальную продолжительность данного видеофрагмента. Определившись с временными интервалами, выберите желаемое разрешение вашего видеоклипа, то, которое вы хотите получить на выходе. А также выберите формат, который вы хотите получить на выходе. После этого нажмите кнопку ОК и начнется создание вашего видеоклипа. После окончания создания вашего видеоклипа вы можете сохранить его к себе на диск. Каждая страница видеоредактора оснащена ссылкой на справку. Если у вас возникли какие-то проблемы в ходе работы, вы можете обратиться к этой справке и получить советы по устранению возникших проблем. Ну и напоследок хочу сказать, что данное видеообучение, которое вы только что просмотрели, также было склеено в этом видеоредакторе Cut It Easy. Ссылка на сам редактор будет в описании к этому видео. До новых встреч!